Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Времена для кого-то действительно могут показаться непростыми, хотя если посмотреть на всю историю человечества, были более жесткие, наверное, периоды в нашей жизни. И здесь вот сейчас обсуждали, да, какие бы советы лично я оставил для своих детей, причем советы, которые бы работали всегда. То есть работали бы для моих детей, внуков, правнуков, не знаю, как Конституция Соединенных Штатов Америки, да, где заложены основополагающие принципы, и вне зависимости от того, в каком временном контексте живем, кто является доминантом в мировой политике, в геополитике, в мировой экономике, они в принципе работают, они являются актуальными и, наверное, в будущем тоже будут актуальными. Откуда, в принципе? если говорить о природе вопроса, да, откуда он непосредственно возник, я очень много говорю о публичном пространстве, о наследии, я очень много говорю о том, каким образом формировать капитал для своих детей. И здесь возникает такой вопрос, и достаточно много вопросов возникают. А вот великие инвесторы, великие предприниматели, бизнесмены, они не оставляют детям свои состояния, они там обеспечивают им какой-то базовый доход, но при этом не передают капитал им по наследству и почему. И, соответственно, как я Смотрю на этот вопрос, что я лично думаю о том, какие принципы я хотел бы оставить для своих детей, которые бы, в принципе, работали на будущее поколение. Итак, если вам интересна данная тема, смотрите обязательно ее до конца, потому что, на мой взгляд, это та история, которая, в принципе, мне помогла добиться того, что я имею, позволяет мне говорить о том, что я счастлив. И счастье для меня в данном случае формулируется очень просто. Это делать то, что не хочется, и не делать то, что не хочется. Итак, поехали. На самом деле, если говорить о том, что бы я оставил, какие бы советы я передал, их не так много, их является три основополагающих. То есть первый совет – это постоянно расти, постоянно развиваться. Все в природе устроено таким образом, что оно или растет, или увядает. То есть нет такого, что вышел на плато и все, и сказал, что вот это вот нормально. Это вопрос постоянного роста. И для себя я это решаю таким образом, что 5% от своего дохода лично я направляю на развитие интеллектуального капитала своего личного, своей семьи, то есть у меня всегда все учатся, у меня учатся дети, я сам учусь, у меня учится супруга, я стараюсь стимулировать, чтобы мои родные и близкие тоже постоянно развивались, постоянно росли, получая непосредственно новые знания каких областях новые знания и какие области я считаю наиболее интересными, наиболее перспективными. Первое – это вопрос эффективной коммуникации. Большинство проблем в современном обществе связано с тем, на мой взгляд, опять же, не ставлю диагноз, не даю рецепт как выйти из глобальных проблем, в которых мы присутствуем, но по себе лично знаю, это касалось и когда я работал по найму, это касалось и вопросов, когда я строил партнерство, это касалось вопросов коммуникации с родными и близкими. Очень много проблем возникает, расставаний, расторжения контрактов, ситуация, когда нарушается коммуникация, то есть когда люди, во-первых, не могут донести свои мысли до человека, а второе, когда они не слышат другого человека, поэтому очень важно развиваться в вопросах эффективных коммуникаций, переговоров, продаж. То есть сейчас коммуникация непосредственно решает все, она всегда, в принципе, решала очень многие вопросы, очень многие проблемы, и это вопрос уметь договариваться. Вторая история направления развития – это творческий потенциал, где развиваются творческие способности как раз-таки создания чего-то нового, что еще не было придумано. И здесь есть, что называется, два ключевых направления. То есть первая история связана с тем, что сам ребенок, сам человек, он обладает достаточными скиллами и талантами, чтобы создать что-то новое, придумать что-то новое. Это одна история. Есть люди, которые которые в меньшей степени обладают такого рода талантами для создания чего-то нового. Это люди, которые позволяют на основе уже созданных концепций переупаковать это. Да? То есть примером, опять-таки, ну, таким очень понятным, да, уже Apple, наверное, все москомину набил. Но, соответственно, два партнера, Стив Возник и Стив Джобс, где Возник являлся человеком, который создавал новое и в этом видел свое предназначение, в этом видел свой кураж. И был Стив Джобс, да, который нового абсолютно ничего не изобретал, который брал уже имеющиеся технологии и просто их переупаковывал, создавая новый продукт. Соответственно, вот развиваться в таких направлениях. Да? То есть или создавать создавать что-то новое или же из уже созданных каких-то проектов объединять, создавая принципиально новую историю, да? то есть новый какой-то продукт, новую историю, которая как раз-таки в совокупности вот этих инновационных технологий дает больше потребительской ценности для людей. Это вот второе направление – творческое развитие. И третье – это постоянно знать себя, то есть мне очень нравится изучать себя, различного рода типологии, различного рода истории, которые позволяют ответить на вопрос «кто я?», Потому что когда у тебя есть четкий ответ на вопрос, кто я, какие у меня сильные стороны, какие у меня слабые стороны, то можно развивать сильные стороны, забить на слабые, что называется, стороны. И в этом случае получать некое конкурентное преимущество. Будь то работа по найму, будь то собственный бизнес или какая-то другая сфера деятельности. Поэтому вот первая история связана постоянно развиваться. Ключевые области для развития, соответственно, определены. И я бы говорил непосредственно об этом и думаю, что это будет, в принципе, работать всегда. Второе. О чем хотелось бы поговорить, это не поговорить, а то, что хотелось бы передать, история связана с благотворительностью, с отдаванием. Почему я об этом говорю? Потому что у меня у самого есть четко установившиеся нейронные связи между действием, которое я совершаю, и результатом, который я получаю. Для меня благотворительность является важной составляющей, которая одновременно решает две вещи. Первое, что лично мне помогает, это то, что... Ну, что бы там ни говорили, мама часто любила это повторять, да не скудеет рука дающего. То есть, когда занимаешься благотворительностью, непосредственно отдаешь, то денег в твоей жизни становится больше, и они приходят все легче и легче. То есть, это вот история, которая у меня лично действует. Я не знаю, как это работает, я не могу объяснить, как это работает. Я могу сказать, что есть определенный алгоритм, что сколько отдаешь, условно в 10 раз больше получаешь, просто здесь важна частота намерений. Это вот первая история, которая позволяет в принципе, вне зависимости от того, в каком обществе ты живешь, в какой экономической среде ты живешь, в какой точке планеты ты существуешь. Да? То есть это работает абсолютно везде, это подтверждается опытным путем, при этом я по-прежнему не могу объяснить, каким образом это работает, но в принципе мне это и не нужно. Второе, что лично мне помогло в плане благотворительности, это отдельная история. Для меня это открыло большое количество дверей, которые всегда были бы для меня плотно закрыты, вне зависимости от того, какой размер капитала бы я имел. Есть люди, которые оказываются в нужное время в нужном месте, зарабатывают как-то не экологично, у них большое количество денег, у них может быть какой-то внешние признаки престижа, но при этом какие-то высшие сферы для них все равно бывают закрыты. Да? И я это часто вижу среди своих партнеров, среди людей, с кем я непосредственно взаимодействую в рамках консультационного сопровождения. Да? И я вижу, что люди, которые занимаются благотворительностью, с одной стороны, у них легко зарабатываются деньги и растет капитал, в том числе даже на фондовом рынке. И обратная история, да? когда люди, наоборот, прижимают. И здесь получается, что деньги, да, они зарабатываются, но зарабатываются потом и кровью, достаточно болезненно, с какими-то судебными процессами, с какими-то разборками постоянными, да, ну то есть легкости в этом нет. Вторая история, опять-таки, которая мне помогает на собственном примере, что наставник, который у меня появился, который внес значительный вклад в мое личное развитие, то, что я делаю, сколько это доставляет мне удовольствие, сколько это высвободило моего личного времени для того, чтобы проводить его с семьей, как раз таки он появился через благотворительность. Да? То есть, когда я понимал, что я этому человеку, ну что я могу дать, да, у него в принципе все есть, но я хочу, чтобы он был моим наставником. И поэтому это вот вторая такая история, которая позволяет попасть, что называется, в правильное окружение. Вот это вот правильное окружение создает непосредственно тебя. Поэтому вот второй совет, это заниматься благотворительностью, заниматься системно, регулярно, периодически. Начиная от того, что деньги зарабатываются гораздо легче, заканчивая тем, что практически нет закрытых дверей, и можно попасть в любую комнату, в какую то непосредственно пожелающую. И третий немаловажный аспект, который очень многие упускают в современном мире, в современном обществе, когда люди зарабатывают денег, капитал становится все больше и больше, и есть какие-то определенные желания, которые хочется реализовать, но человек их постоянно откладывает. Да? То есть заработал денег, говорит, вот я заработаю денег и куплю себе машину. Вот я заработаю денег там и поеду куда-нибудь в путешествие. Деньги зарабатываются, и мозг такой, как ребенок, говорит, ну где, что? А человек в этот период говорит, ну окей, заработали мы миллион рублей, но миллион, это маловато пока что еще, давай заработаем 5 миллионов. Зарабатываем 5 миллионов, говорит, ну 5 миллионов это хорошо, давай заработаем 10. И опять же, на собственном примере, на примере участников закрытого клуба инвесторов, которые у нас имеются, мы видим, что есть разные категории людей, которые одни превращают свою жизнь в некий такой спорт, который показывает количество нулей на его брокерском счете, инвестиционном счете, в размере капитала, которым он владеет, показывает его крутизну, и он всю жизнь проводит вот в накопительстве в таком этого капитала. Вторые идут немного по другому пути, что 10% своего дохода они все равно тратят на то, чтобы радовать самого себя, радовать свое тело, радовать себя какими-то определенными игроками, и причем идти, есть такое понятие уровень нормы, да, то есть э, на какой машине я езжу, на какую еду я непосредственно употребляю, в какого рода отели я непосредственно посещаю, как часто я путешествую, то есть удовлетворять свои эмоциональные потребности, то есть э, обязательно доход, который получаешь до 10%, нужно направлять на удовлетворение вот таких вот вещей, хобби, интересы, которые принимаешь. И если использовать три простых вот этих шага. Еще раз, первое – это постоянно расти и развиваться, тратить 5% дохода на свое собственное развитие, 10% направлять на благотворительность, 10% направлять на то, чтобы радовать самого себя. В этом случае получается, что такая насыщенная жизнь получается. И если вы заметили, здесь вообще практически нет слова но об инвестициях. Да? Почему инвестиции я не рассматриваю ключевым, потому что если Следовать вот этим вот трем вещам, то в ситуации постоянного развития я не знаю через 100 лет, какие будут инвестиционные инструменты. Я не знаю, какова будет в этом случае роль искусственного интеллекта, какова роль будет технологий, каким образом и что будет являться средством платежа. Но при этом, даже через 100, 200, 300 лет будет потребительская ценность, которая создается. И если мы развиваемся, знаем себя в чем моя сила, какую потребительскую ценность мы сможем создавать для людей. Ну и тех акций, которые сейчас есть, через тысячу лет может не быть. Ну не тысячу лет, хорошо, через 200-300 лет может не быть. Да? То есть все сменится, все абсолютно поменяется. Но при этом вот эти вот ключевые концепции, они по-прежнему, как мне кажется, будут работать. В принципе... Сегодня на этом все. Оставьте обязательно комментарии под видео, что вы думаете по поводу такого рода тезисов, ваши отношения Согласны с ним, не согласны, обязательно оставьте комментарии. Если не согласны, будет здорово, если вы аргументируете свою точку зрения. Для меня это будет ценно и полезно. На основе этих комментариев может возникнуть еще подобное видео. Еще раз, оно было нестандартно для нашего канала, но думаю, что обладает большой ценностью лично для вас. Может быть, кто-то внедрит эти концепции в свою собственную жизнь. Кто проголосовал за это, тоже, пожалуйста, оставьте комментарии. Сегодня же все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.